Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как самостоятельно словить сигнал на спутник 36 градусов, на ТВ плюс или триколор. Я буду настраивать по прибору, но вы можете это сделать просто через телевизор. На вашем тюнере ищите пункты поиск каналов или настройка спутника и выбирайте необходимый спутник. В нашем случае это 36 градусов. Затем необходимо выбрать рабочий транспондер, то есть частоту. Рабочий транспондер у триколора 12226, H27500. Будем считать, что кронштейн и направление антенны вы выберете правильно. Нужно посмотреть, как у соседей стоят антенны, и примерно в эту сторону установить кронштейн. Подключаем кабеля от антенны, от конвертера к ресиверу. Я подключаю к прибору. И на приборе я выбираю этот же спутник и частоту. Точно так же вы ищете сигнал по телевизору, по ресиверу. Лучше это делать, конечно, с помощником. Затем антенну будем вращать по горизонтали и не спеша по 1-2 мм поднимать вертикали и вращать по горизонтали снова до тех пор, пока не словим сигнал. У меня это получается быстро, в вашем случае это может занять несколько часов, если вы это делаете первый раз, но не стоит отчаиваться. Когда хоть какой-нибудь сигнал появился, необходимо его сделать максимально. Мы по чуть-чуть двигаем антенну вверх, вниз, влево, вправо и ищем максимальный сигнал. В моем случае сигнал 69. После этого зажимаем все болты. Когда вы затягиваете, сигнал может меняться, поэтому следует за ним следить и, если что, делать поправку. Не забываем двумя ключами зажать болты, которые регулируют вертикаль. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписчики нашего канала в Беларуси получают специальные предложения и скидки. Заходите на наши сайты.